В Московском городском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве 7 октября 2006 года Анны Политковской. Процесс стартовал со скандала. Дети убитой журналистки отказались от участия в нем, обвинив суд, цитата, в нарушении их прав при выборе присяжных. Дети Политковской утверждают, что не смогли присутствовать при отборе, о чем заранее уведомили суд, попросив перенести слушание на неделю. Коллегия присяжных по делу Политковской была собрана накануне и лишь с третьей попытки. Стороны отобрали 12 основных и 10 запасных заседателей. В большинстве своем это оказались пенсионеры и неработающие граждане. По словам бывших коллег, Политковской власти торопятся закрыть это дело к октябрю, 7-й годовщине с момента ее убийства. Напомню, 58-летняя обозреватель «Новой газеты», среди прочего, занималась журналистскими расследованиями нарушений прав человека в Чечне и коррупции в высших эшелонах власти.